Вот 8019. Это у нас легендарный Honda CBR 600 RR. Вот такой серебристо-черный красавчик. Состояние очень хорошее, много тюнинга. Сейчас покажем, расскажем более подробно. Стекло целое, зеркала у нас целые. Ручки тюнинговые, сцепление целые, тормозная целая, фары целые, видно, установлены диодные современные лампы, свет будет как надо, поворотнички также очень смотрятся, крыло переднее целое, покрышка состояния протектора на четверку, тормозные диски практически без износа. Колодки передние 70% в остатке. Армированные тормозные шланги, вилка, ломы, штоки. Состояние новых, можно сказать. Блестит так, что прям свое отражение видно. По пластику весь прям разрисован, расписан. Очень все смотрится, все наклеечки, слайдера. Также имеются алюминиевые, как вот здесь на пластике, так и на подвеске. Также установлены тюнинговые подножки. Бензобак также очень красиво все облеплено. Вот такая вот наклеечка для водителя. Хромированные вот такие вот вставочки на ручках. Три ключа зажигания. Вот такое вот удобное приспособление для каких-либо гаджетов. Две зарядки, даже провод имеется. С левой стороны по мотоциклу. Также у нас все очень красиво. Тюнинговый переключатель скоростей, также тюнинг. Карбоновое заднее крылышко. Слайдер, цепь в отличном состоянии. Звезда задняя в отличном состоянии. Сиденье целое, как водительское, так и для пассажира. Естественно, тюнинговая труба. Вот такая вот с диодной подсветкой. Рамка для госномера. Задняя покрышка, протектор на четверку. Но прошлый владелец, видимо, любил побуксовать. Что очень приемлемо на дальней модели, поэтому с покрышкой придется что-то думать о замене. Также задний армированный шланг тормозов, задний диск практически без износа, колодочки 50% остатки. Пробег 43 400. Отлично работает. Упаковываем, готовим к отправке.